Пресненский суд Москвы принял решение об аресте гражданки Узбекистана, которую подозревают в жестоком убийстве 4-летней девочки. Она работала ее няней в московской семье. Все произошло в понедельник. Женщине предстоит пройти психиатрическое освидетельствование. По данным источника агентства ТАСС, в момент убийства она находилась в состоянии острого психического расстройства. Источник Интерфакса, в свою очередь, сообщает, что ранее няня неоднократно лечилась от шизофрении на родине, в Узбекистане, и скрыла от московских работодателей свое заболевание.